Вот у меня эта печка. А как она ли работает? Просто нагревается здесь? Или с водой? Или Нет, что? Просто горячая бочка? Ну, я теперь сейчас покажу. Так, я это называется как бы поддувало. Ага. Сюда воздух подает. Регулирую я, значит. Вот тут у меня приспособление. Я сначала, когда воткнул ее, да, у меня с той стороны стекла полопались. От жары? Да. Пришлось кирпичом выкладывать вот это вот. Вот. Прикрывать вот это все. Потому что вон там стекла полопались. Вон. И вообще на нем солнце. И вот эта штука вот регулирую. Вот так. Угу. Побольше. Поменьше. Меньше открыть, чтобы сюда, да, шел пар или что-то. Вот, ага. Вот так вот в бочке засыпаешь опилок. Опилок. Ага. Ну там я сейчас в последнее время вон березовые эти дрова положу ряд. Крест-накрест. Ну там опять. С одной стороны. Опилками засыпал, потом еще слой досыпал. Вот. Вот отсюда поджигаешь. И она этот. Часов 12 греет. Ну, если мы здорово нагреть. Ну, считай, температура до 20 градусов где держится. Ничего себе вообще в этом. С ума сойти.